Всем доброе утро. У меня Коля чуть-чуть одыбал. Я его отправила на работу. Ну, он сам себя отправил. Поехал на работу, я осталась тут разгребать. Вчера шел снег. Сегодня все тает. И опять двор весь мокрый. Здесь вот этот снежок стаивает. Март месяц. На кухне у меня, как обычно, весело. Коля разделся, конечно же, здесь. Здесь же еще раздеваться. Тут мы утром пили чай с вареньем. И вчерашняя гора посуды меня ждет. Мыть то, что вчера я не мыла. Это Колина тарелка, она отдельная. Пока он болеет. А пока я хочу мытьем посуды пожарить драников. Очень сильно захотелось драников. Ой, понимаешь, такой... Ой, еще я заварила чаек. Так, вот это надо выкинуть. Такой чай, я уже его показывала в той квартире, еще когда жили. С Байкала мне мама привозила. Байкальские предания. Чай, чайный напиток общеукрепляющий. Пятилистник, золотой корень, шиповник, мелисса, душица, ромашка, чабрец. Короче, суперский чай. Я его вот сегодня заварила. Коля уже один стакан выпил. Сейчас я выпью один стаканчик. Он чисто для, как Коля говорит, для поддержания штанов. Для укрепления иммунитета, в принципе, в общем. Вот такая вот там травка-муравка. На Байкале это распространенный сувенир, так сказать. Тайга-продукт. Здоровье с берегов Байкала. И так как моя мама, я раньше жила рядом с Байкалом, поэтому они мне привезли вот этот чай. И еще один чай они мне привезли. Вот такой. Я его тоже показывала. Чаговый. С чабрецом. Видите, у него какие тут супер-пупер свойства. Тоже его надо заваривать. Но чага — это уже другая история. Если это легонькая травка, то чага уже такой более серьезный продукт по вкусовым качествам. Чага — это очень полезная штука, которую я не могу открыть. Вот она. Кусочки прям чага с травкой. Тоже чай хороший. Пьем мало мы их. Надо все допивать. Особенно сейчас, в межсезонье. Мне еще, кстати, назначили вот этот вот комбилипен все-таки допить, пропить. Я еще не начала его пить. Потому что жду сдачу крови. Кровь сдам, и потом начну пить. И еще мне выписали витаминку D. Еще у меня тут шарум покати. Надо пополнять запасы. Мне подарила Аля вот такой молочный улун. Я его еще ни разу не заваривала. Потому что мы любим больше черный чай. Но этот все равно иногда хочется зелененький. Вообще супер. Кофе закончился. Это обычный зеленый чай. Это тоже Аля дарила. Тут несколько видов у меня сложены в одну чаклашку. Несколько. Да что у меня сегодня с руками? Несколько видов чая. Вот этот основной. И еще у меня был фруктовый. Я его сюда тоже переложила. Это на случай, когда тебе хочется какого-то такого фруктового чая. Тоже супер. Это вот адыгейскую соль мы покупали. Новую. И больше ничего и нет особо. А, ну и вот азерчай. Это тоже очень вкусный чай. Он производится в городе Белореченск. Это в Краснодарском крае. Мы там были много раз. Да, вот. Краснодарский край, Белореченский район, город Белореченск. Чай очень хороший. Он еще такой индивидуальный по таких вот штуках. Вообще прикольный. Но здесь у меня не хватает, конечно, кофеечка однозначно не хватает. Сахарочек закончился. Ну, а по крупам... Этот новопосит Коля никак не может допить. Стоит, я его не убираю. По крупам тоже голяк. Надо скоро ехать затариваться нам. Так, ну драники не ждут меня. Сейчас чаек выпиваю этот волшебный. И начинаю...
готовить драники. Все драники я постряпала. Я так Колю просила драники стряпать. Но он их не захотел, потом заболел, короче. Пришлось самой стряпать. Обычно драники я хотела раньше раз в год. Когда копали картошку. Вот копали картошку раньше, когда садили. И всегда хотелось со свежей картошки сразу же драник. Еще копали же осенью, там в сентябре. Холодно, их так хотелось горячих драничков. Сейчас картошку мы не садим, не копаем, соответственно, хочется в любое время. Когда хочется, тогда и делаешь, короче. Я их буду кушать со сметанкой и под сериал «Остаться в живых». Я его все еще смотрю. Еще смотри, там дофига не пересмотри. Подсела я под него, на него. Да, подсела. Все, я кушать, приятного аппетита всем. Мы тут сегодня целый день нифига не делаем. У меня такое состояние, такое слегка болезненное. Я поработала немножко, приготовила покушать, потом покажу, Коля придет, пойдем ужинать. Новое блюдо выдумала. Такое. Самое интересное, меня сегодня пытались взломать. Точнее, меня взломали. Мне взломали Google аккаунт. А к моему Google аккаунту привязано все. И Инстаграм, и все Google Pay этот. И, короче, ну все, что к Гуглу подвязывается, все, соответственно, это. Я не знаю, что они сделали. Я как поняла, я просто вылетела с WhatsApp. То есть я не смогла зайти ни в Инстаграм, ни в WhatsApp. Потом я зашла и изменила все пароли. Я не знаю, что они там сделали, что они успели сделать, но я как бы изменила пароли, и я не знаю, этого достаточно или нет. У меня просто первый раз такое, чтобы у меня прям Google аккаунт, не Instagram отдельно прям взламывали, а прям Google аккаунт. Я прям даже это растерялась, честно говоря, слегка. Но я не знаю, я зашла, заменила пароль, и все, в принципе, больше ничего не сделала. А вышла там с устройств, которые какие-то старые устройства. С них я вышла с аккаунта. Ставила только свой телефон и все, не знаю. Представляете, да? Гады какие. Вот так вот. У нас вся жизнь в телефоне цифровая. И вот так вот одно хакнули, и ты хакнулся полностью. Это очень стрёмно. И, кстати, все до сих пор смотрю это «Остаться в живых». Мне кажется, у меня из-за него еще настроение плохое. Здесь такой один негатив, это вообще надо завязывать. Завтра я вообще не буду его включать. Я жду Колю и мерзну. Холодно дома. Печка не топится. Зараза. Ну вот, мое изобретение. Всем добрый вечер. Да, кстати, Николай у нас приехал. Добро пожаловать домой. Злой и голодный. Холодильник закрывай. Тут картошка. Тут перловка. Снизу, а сверху курица, чуть-чуть майонезе и в этом, как он, в специях, и которые едят с салом, как он называется, в сало окунают. Мама, ну это же горчица. Горчица, вот. Вот, потому что было маленько картошки, было маленько перловки и была курица, поэтому я вот такую... А давай еще туда. Да, салат у нас из... свеклки. С общей это, специально отдельную положила одну. Ну, уже поздно. Бациллы везде свои раскидал. Товарищ мой. Все, кушаем. Приятного аппетита. Коля приехал, спас меня от холода. Правда, я уже задубела за все это время. Но... Да ладно. И купил мне еще кончик. Я сегодня хотела чего-нибудь очень сильно шоколадное. Кончик ты же любишь? Я очень люблю кончик, да. Всем приятного аппетита. Всем приятного аппетита. Джоня, грязные носки Колины таскает. Я хочу открыть вам семейную нашу тайну. Мы уже второй день спим в разных комнатах. Коль, тебе нравится спать в разных комнатах? Да. Серьезно?
Серьезно, мне нравится. Не, ну конечно, там вытянуться можно и все остальное. И вот эта собака здесь тоже с ним тут тусит. Но, блин, это стрёмно. Видите, у него там вот одеяло. Весь. Произошел сбой. Facebook, WhatsApp, Instagram. А, это не попытка взлома, да? Угу. Была. Угу. Ну, ничего, для безопасности поменяла все пароли. Главное. Да? Ничего страшного. По всему миру был сбой. Понятно все. Короче, Коля теперь живет здесь. Ну, я думаю, еще день-два и все. И можно вместе ночевать уже. Погодка на улице. Какашка, конечно. Ладно, все. Будем ложиться спать. Я ему банку чая налила. Пойду монтировать, а он будет у меня. Что ты будешь делать? Ну давай. Сигареты купил. Сейчас заеду. Всем спасибо. О, слава Пах, слава Пах, молодец.